Добрый вечер, дамы и господа. Говорит командир корабля. Приветствую вас на борту самолета «Аэрофлот», одной из старейших и самых известных авиакомпаний мира. Сегодня мы летим по маршруту Шереметьево-Анапа. Настройтесь на приятное путешествие. Время в пути составит 2 часа. Спасибо, что вы с нами. Желаю вам приятного полета. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain speaking. Welcome aboard the legendary Aeroflot. Our flight today is from Sheremetyevo to Anapa. The flight time will be 2 hours. Thank you for choosing us. I wish you a pleasant stay on board. Бортпроводникам занять места для перевода двери. Двери положения АМП проекта и напротив. Дамы и господа, меня зовут Тимур, я старший бортпроводник экипажа. Приветствую вас на борту нашего самолета, который назван в честь выдающегося писателя Федора Достоевского. Приоритетом нашей компании является ваша безопасность и комфорт. Я и мои коллеги сделаем все возможное для того, чтобы сегодняшний полет был приятным для вас. Уважаемые постоянные клиенты, участники программы «Аэрофлот Бонус Бонус», программы «Клиент Sky Team» уровня «Элиты и Плюс», мы благодарим вас за вашу компанию, группу «Аэрофлот». Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, my name is Timur, and I'm the pilot. Welcome to the Aeroflot aircraft named after writer Fyodor Dostoevsky. Your safety and comfort is our priority. My colleagues in Dublin will do all the best to ensure that you have a pleasant flight. Dear of your customers, member of Aeroflot Bonus, member Sky Team, frequent flyer problem of lead and lead plus levels, I thank you for choosing the airline Aeroflot group. Thank you. Бортпроводникам занять место для демонстрации аварийно-спасательного оборудования. Дамы и господа, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the safety features demonstration. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. 2 передней части самолета, 4 аварийных люка на плоскости крыла и 2 хвостовой части самолета. This aircraft has 8 emergency exits. The emergency exits are located on the left and right of the cabin. 2 in the front compartment, 4 window exits over the wings, and 2 in the rear compartment of the aircraft. Все выходы оборудованы автоматически надуваемыми трапами. Каждый выход обозначен световым табло «Выход». All exits are equipped with inflatable evacuation slides. Each exit is marked with an illuminated exit sign. Светящаяся дорожка вдоль прохода указывает направление к выходам. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exits.
Please take a moment to locate the exit nearest to you. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. In the event of cabin decompression, oxygen masks will automatically drop down from the overhead panels. Потяните маску на себя. Pull the mask towards you. Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, и дышите нормально. Place the mask over your nose and mouth. Secure it as demonstrated and breathe normally. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. If you're traveling with a child, put your own mask on first, then attend to your child. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Your seatbelt must be fastened whenever the fasten seatbelt sign is on. Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Туго затяните ремень. Tighten the strap. Чтобы отстегнуть ремень, поднимите крышку замка. To release the seatbelt, lift the buckle cover. На случай вынужденной посадки на воду, на борту нашего самолета имеются спасательные жилеты. Спасательный жилет находится под вашим креслом. In the event of ditching, the aircraft is equipped with life vests. Your life vest is located beneath your seat. Достаньте жилет, вытащите из упаковки и наденьте через голову. Remove your vest from the package and pull it over your head. Оверните тесьму вокруг талии, застегните впереди под жилетом и туго затяните. Adjust the strap around your waist. Fasten it at the front under the vest and tighten the strap. Надуйте жилет у выхода при покидании самолета, дернув за красные колпачки. Just before leaving the aircraft, pull down the red tags to inflate the life vest. Поддуть жилет можно через клапаны поддува. You can blow the vest up using the tubes. В жилете имеется лампочка, которая зажигается в воде. It also has a lamp, which illuminates in water. Не надувайте жилет в салоне самолета. Do not inflate the life vest inside the cabin. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане перед вами. Просмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. You can get more detailed information about the onboard safety equipment from the safety instruction card, located in the pocket in front of you. Please read it carefully. Thank you. Дамы и господа, мы готовимся к взлету и просим вас разместить ручную кладь на багажной полке или под сиденьем кресла перед вами, застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. Просим убедиться, что все виды электронных устройств, мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. В целях безопасности ноутбуки и другие электронные устройства большого размера должны быть убраны в ручную кладь на время взлета и посадки. По указанию экипажа в случае необходимости все электронные устройства должны быть выключены. Обращаем ваше внимание, что на борту запрещено употребление алкогольных напитков, принесенных с собой, и курение, в том числе электронных сигарет. Туалетные комнаты оборудованы детекторами дыма. На время взлета мы выключаем основное освещение. Вы можете воспользоваться лампочкой индивидуального освещения. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, to prepare for takeoff, please place hand luggage in the overhead bin or under seat in front of you. Fasten your seatbelt, return seat to the upright position, store your tray table, open your window blind. Please ensure your mobile phones and other electronic devices are turned to flight mode or switched off. For safety, large devices such as laptops must be put to your hand luggage for takeoff and landing. As directed by the crew, if necessary, all electronic devices must be turned off. Please note that consumption of alcohol not offered aboard is strictly prohibited, as well as smoking of any kind, including electronic cigarettes. All lavatories are equipped with smoke detectors. The cabin lights will be dimmed for takeoff. You may use your individual reading light. Thank you.